И вот с этой шеи я уже буду делать совершенно другое. Мне из этой шеи нужно получить очень ровный кусок. И начинаю превращать свиную шею в такую простыню мясную. Внутреннюю сторону посыпаю дробленым перцем. Возьмите хорошую брынзу и прямо вот здесь шпинат и укрываю сыр. И аккуратно сверните. Я буду обвязывать. Насаживаю его на вертел. Вот тут прям беру по центру. Теперь фиксирую. Сюда тимьян. 2 ложки дижонской горчицы и дробленый перец. Чайная ложка соли. И наношу на рулет. Подключаю газовый баллон. Открываем все горелки. И ставлю горелки на самый минимум. Полчаса и будем снимать. Ну, готово. И буквально пусть полежит 20 минут. Рулет отдохнул. А? Красота какая. Ну, это, ребята, песня.